Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Жить. ГУС-200 2007 года. СССР 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову. Друзья вампиров. Когда города и села большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть – эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто Мистер, самый крутой крушитель кровососов, поможет юноше перебраться на север, в так называемый Новый Эдем. Король чертова острова. «Железная хватка» 2010 года. В этом фильме рассказывается история 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустена Кокберна и еще одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.
Безумцы. В окрестностях небольшого городка падает самолет, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города. Люди один за другим заболевают и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая зараженных. Монстры 2010 года. Действие разворачивается спустя 6 лет после того, как спутник НАСА упал где-то в Центральной Америке, превратив пол Мексики в карантинную зону. Сюжет следует за американским журналистом, согласившимся сопровождать туриста через зараженную зону к безопасным границам США. Брайтонский леденец. Мелкий хулиган собирается жениться на официантке, которая может доказать, что тот замешан в убийстве местного головореза. Мертвые. Потерпев авиакатастрофу, но выжив, герой фильма лейтенант Брайан Мерфи не исчерпал запас везения. На Черном континенте его встретили неприветливо, и вскоре Мерфи узнал о причинах того, почему местные жители не веселы, а порой даже озлоблены. Виной всему – зомби, живые мертвецы, восстающие из могил и поедающие людей. С этими чудовищами и предстоит сразиться лейтенанту, на пару с Даниэлом Дембелло, единственным, кто помогает белому человеку. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание!